Всем привет! Наконец-то случился этот долгожданный момент. Я наконец-то вернулся после длительного периода времени. За этот период уже успело выйти, в принципе, достаточно много читов. Один из них вы можете уже увидеть у меня на экране под названием GDisploid. Я думаю, многие его слышали, видели. Раньше, до античита Байфрона, он работал и работал, в принципе, достаточно нормально. А перед записью видео, естественно, я его проверил. И сразу скажу, сразу всех предупрежу, он работает не на всех режимах. Изначально я начал его проверять на режиме Pets Go, но оказывается то, что он там почему-то не работает. То есть он не хочет инжектиться к игре. Но это сейчас я вам покажу, как это работает. Также планирую записывать видео сейчас очень часто, хотя бы раз в 2-3 дня по всяким разным режимам. Так что, кто ждал моего возвращения, поставьте лайк на этот видеоролик и напишите комментарий. Мне будет очень приятно. Перейдем к сути. Значит, переходим во вкладку Exploits. Далее нажимаем скачать. После этого еще раз скачать. И ждем, пока начнется загрузка. Так, вот чит загружается. Окей, он у меня скачался. Давайте зайдем в загрузки, посмотрим. Вот он у меня установился. Взял я его с официального сайта, так что вы можете не переживать. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно зайти в этот архив. Далее запускаем, получается, установщик. Нажимаем «Далее». Здесь выбираем папку, куда хотите установить. Я обычно делаю так. Я захожу на диск D, создаю здесь папку. Вы делаете как хотите, но мне так удобнее. Здесь пишу название чита. Да я мою кнопку найти не могу, попасть. Так, вот, все, написал. Далее закрываю. Здесь выбираю теперь эту папку, которую я создал. Вот она. Нажимаю ОК. Потом далее. Здесь галочку ставим, чтобы у вас, получается, не установились какие-то из этих ярлыков на рабочий стол. И дальше нажимаем кнопочку Install, то есть установить. Так, все, достаточно быстро он у нас установился. Нажимаем «Далее». Здесь галочки можно оставить. Это запуск сразу чита и создание ярлыка на рабочий стол. Нажимаем «Finish». Так, архив можно закрыть. Далее, что нам нужно делать? Вот так он выглядит. В принципе, достаточно простенько. Здесь нажимаем вот на эту зеленую кнопку. И дальше нам нужно разблокировать IP. Смотрите, эта система сделана наподобие как ключ-система. Вы можете не пугаться, кто ее в первый раз видит. В этом ничего плохого, страшного нету. То есть ваши данные никуда не пропадут, они у вас останутся. Просто сделал разработчик почему-то так. Изначально, кто пользовался читом Splash, раньше там тоже была такая система, но после этого сделали уже ключ-систему нормальную. Но до этого была там такая же система. Здесь мы нажимаем «Разблокировать IP». Здесь на сайте тоже нажимаем «Разблокировать IP». Все, мы его разблокировали. Это, получается, делается для того, чтобы чит добавил вас в белый список, так называемый. И вот когда он добавляет вас в этот список, то после этого вы сможете пользоваться этим читом. Я думаю, тут, в принципе, все понятно. Далее. Также повторюсь то, что вот я проверял на примере Pets Go. Почему-то он не хочет инжектиться к этому режиму. Не знаю, в чем прикол. Но сейчас вот, по сути, я вам покажу, как это работает. Буду показывать на примере Natural Disaster Survival. Значит, заходим мы в этот режим. Ждем, естественно, пока он у нас загрузится. Здесь, в принципе, все легко и просто. Так, все, мы зашли. И сейчас, получается, справа должна
появится картинка с надписью. То, что инжект у нас прошел. А, я не нажал старт, забыл. Нужно нажать старт обязательно. Так, старт мы нажали, чит загрузился. Вот, и смотрите, появилась, получается, картинка с надписью. Все, значит, инжект у нас прошел. Отлично. А что здесь у нас есть? Reload — это перезагрузить чит. То есть нажимаем, он перезагружается. Дальше, топ-мост. Топ-мост — это такая функция, чтобы чит не сворачивался. То есть, смотрите, я нажимаю на игру, у меня чит сворачивается. Чтобы он не сворачивался, мы нажимаем топ-мост. И все, и теперь у нас получается чит не сворачивается. Отлично. Так, дальше чат. Я не знаю, для чего он здесь нужен. В принципе, это не обязательно. Вы можете сюда вообще не заходить. Самое основное — это получается вот эти функции. Скажем так, админ команды. И получается скрипты. Активация скриптов. Так, теперь давайте получим скрипт на этот режим. Переходим на мой сайт. Ссылка, кстати, на него также будет в описании. Топ-мост можно выключить, кстати, если он вам мешает. Здесь пишем Nature Disaster Survival. А вот давайте покажу самый первый скрипт. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее мы его копируем. Открываем игру. Открываем чит. Здесь мы все стираем. Вставляем скрипт и нажимаем Run. И ждем, пока он загрузится. Так, все, как видите, загрузка уже началась. Отлично. И сейчас мы будем его тестить. Как раз меня вовремя перекинуло на карту. На начало раунда. Так, здесь у нас есть скорость. Бегаю я сейчас вот так, по-обычному. Прибавляем. Так неудобно делается. И, как видите, работает. Но я сразу умер. Здесь, скорее всего, какие-то невидимые блоки, наверное, есть. А дальше у нас прыжок. То есть прыгаю я вот так вот. Подходим на середину карты, точнее спавна, нажимаем прыжок, и как видите, он у меня стал намного выше. А дальше гравитация, это специально, чтобы вам, получается, не наносился дамаг, когда вы падаете. Сейчас покажу, как это работает. Давайте на максимум сделаю. Ой, это не то, это камера, фов. Так, гравитация на максимум, и как-то странно она работает. Ну ладно, не суть. Но, короче, я думаю, вы поняли то, что этот чит работает, все отлично. У меня получилось активировать скрипт. Если вдруг у вас там, допустим, в каком-то режиме не получается скрипт активировать, скорее всего, он не работает, либо просто не поддерживается читом. То есть такое тоже вполне вероятно. Вот, это все нужно тестить, проверять, смотреть. Вот. Теперь смотрите. На примере Pets Go, про что я вам говорил. Вспомните тот момент, когда я говорил то, что я зашел в игру, и у меня на экране, получается, появилась картинка и название. И написано было то, что инжект прошел. Смотрите, я захожу в Pets Go, и сейчас посмотрим, появится эта картинка с инжектом или нет. Так, все, я зашел, сейчас ждем пару секунд. Если она не появляется, значит, получается, инжект в эту игру не проходит. С чем это связано, я не знаю. Почему такое происходит, я тоже не знаю, к сожалению. Но я думаю, со временем разработчики, когда будут обновлять свой чит, они эту фигню пофиксят и будете отлично работать. Этот чит буквально недавно появился. Ну как недавно, месяц назад. И они еще, скорее всего, не успели его доработать. То есть такая вероятность есть. И, скорее всего, так оно и случилось. Вот, так что надеемся, что они в скором времени доработают чит. И он будет работать во всех режимах. Как видите, у меня инжект не прошел. То есть элементарно здесь, допустим, я ставлю бесконечные прыжки. Давайте три раза нажму, чтоб на всякий случай. И как видите, я прыгаю, и у меня нету бесконечных прыжков. Также у меня не появляется Infinity Yield. И получается, как видите, инжект вообще никак, никаким образом не прошел. То есть в этом режиме, грубо говоря, я, к сожалению, читерить не смогу. Такие вот дела. Ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйсбан. Всем удачи и пока.